Че там? По домам, че там? Здорово. Здорово, куда бежишь? Он говорит, я не буду открывать, я жирный. Че, как поспали? Замечательно. Ты ходил на завтрак? Да. ПЦР сдал? Да. А ты? Все нормально у вас? Все отлично. А че вы так испугались сразу? Сейчас, короче, к двум лидерам вчерашней игры заходим. Ну, кстати, показатель полезности 0 вчера был. Они вчера еще сыграли, по-моему, за 20-ку времени. Здорово, звери. Hello, guys! Травма. Травма после вчерашней игры? Да. Травма. Кого колол вчера всю игру? Нет, без комментариев. Этот, что, ПЦР сдали? Да. Нормально все? Посмотрим. Что, восстановились после вчерашней игры? Да. А? Сильно устали? Так. Так? Ты вчера нихера помнишь, как ты клюшку готовил перед игрой? Что читаешь? Дума и богатей. Сколько прочитал? Так, нормально. Видение. Что это там? Новая книга. Правила достижения целей. Мотивация. Деньги, думы, богатей, цели. Представь, люди сидят на скамейке, и они вас все перечитывают. А знаешь, почему ты не играешь, даже на скамейку не попадаешь? Почему? Потому что ты читаешь. Чего у меня книжка была, ты что зашел, ты не видел? Не было у тебя книжки, как была. Это осета же была. Кого осет не умеет читать? У тебя только бой-бой лежал, Макс. Ой, ты что смеешься? Все, пацаны, давай. Короче, третий этаж не читает, четвертый этаж просто тупо под одеялом. И вот только два человека интеллектуально пытаются развивать. Третий этаж уже все прочел, все книги. Ага. Что там Валера с Михой делает? Короче, вообще ничего не боюсь. Казахи со мной вообще. И, короче, пришли к самому рисующему защитнику Бориса. А ты что сам делаешь? Как ты? Нормально. Лучше бы сидели, как есть на эдит. Вот картина моя. Вас с Анжиком нарисовал. Ну ты хоть расскажи, кто изображен на этой картине. Он слева, Ансар, справа. Да. Кайржан. Да, не, мы, кажется, не поедем. Мне кажется, нужно. Папа зашел. Не, не поедем. Валер, давай пешочка. Всем. А, давай. Сэм. Попробуй, попробуй. Давай, ты тоже. Всем потом. Всем. Давай, прогуляйся, молодой. Это почти то же самое, как рисовать. Пошли. Да. Получается? Получается. А где лучше получается, в хоккее или на мольберте? Ха. Не знаю. Надеюсь, в хоккее. Но будущее ты уже себе обеспечиваешь. Представь, ты какие-нибудь две кляксы сделаешь, а потом они будут за миллионы продаваться. Не, у меня цели другие. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Мои цели в хоккее, а не кляться. Там делать кляться? Да. Ух. Всем еще раз привет. Вчера провели такой релакс-дэй. Кто раскатился, кто по желанию, кто остался в зале, кто немножко покрутил велосипед. Ну, то есть потянулись какие-то такие восстановительные процедуры. Так что все по плану, все очень четко. Нет такого, что кто-то пропускает что-то или, может быть, не приходит. Да, нет, все четко делают свою работу как один хороший слаженный механизм. Вот это самое главное.
парни готовились, на вечерней игре тяжелая будет игра. Каждая, следующая игра будет тяжелее и тяжелее, и мы должны к этому быть готовы. Хорошая раскатка, точные передачи, парни. Хорошее движение, броски. Мы готовим себя сегодня к вечерней игре. Максим Петрович, почему все так рвутся на лед-то рановато? Вчера льда не было, поэтому сегодня ребята хотят выйти немного пораньше. Соскучились? Конечно. Иван, кто чаще остальных заставляет вас отжиматься? А я играю только с Петухом, иногда с Ромкой Старченко. Ну, я так понимаю, Роман побольше, наверное. Да, почаще. А Егор хоть вообще заставляет отжиматься? Очень редко. Ну, его, наверное, час... Момент истины в товарищеских матчах зажегся, наверное. Ну, там приходилось мне отжиматься по полтиннику за каждую шайбу его. И по 25 за передачу. Один забьешь? Ой, хорош! Хорош! Слышал, да? Да. Уже говорят, ты больше Петухова забиваешь. Я понял, что я сказал. Парень собрался? Ну вот мы, собственно говоря, снова, да, снова на арене. Карта движения проста. Гостиница, арена, гостиница, арена. Совсем немного, совсем чуть-чуть остается. 2 часа до, чуть меньше 2 часов до начала матча. Только что закончилось собрание. Перед игрой разбирали какие-то моменты, я думаю. Указали, может быть, на, опять же, большинство соперника, ну и, как говорил Юрий Владимирович по прошлой игре, дисциплина, дисциплина – это прежде всего. Аркаш, что там, что по счету? 7-5, по-моему, выиграл более техничный. Более техничный? Более техничный. Что, камбэк, да? Да, что пытается делать. Анса, ты что, и здесь опять не играешь? Посмотри, кто вышел, кого я выиграл, посмотри. Что ты хочешь сказать? Я тебе вчера вот так. Ты даже кого? Это подстава, по-моему. Что он? Что он пробовал там? Да? Что он сказал там? Он говорит, ты видел, кого я? Наказал? Да. Кто новый? Смотри, здесь был футбольный теннис, здесь был сквоз. Вот это как игру назвать? Штука. Штука? Шкурка. Шкурка? Так получается, победитель шкура? Да. Сейчас увидишь, кто будет. А, вон он, понятно. Егор сам сказал. Ты что в первом раунде вылетел? Я на тебя поставил. Я ничего не говорю. Давай, Санджик. Санджик следующий выйдет. Не, не. Аркаш следующий. Поехали ножки вниз по сторонам. Так же лучше прямо работают. А, здорово! Давай, глубокий шаг вперед, загоняем ногой, потом прыгаем наружу! Давай, 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 джам, 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 гайс, use your body! Все, раз, Давай, 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 пустили меня! Гайс, we need a 3 more. We are good team, we are good unit. Парни, нам надо еще 3. Мы хорошая команда, у нас хороший коллектив. Борис на 3. 1, 2, 3. Борис! Давай, Юни! Мы первым же большинством соперника наказываем.
И самое главное, что забиваем фактически, ну, быстрый гол. Отдай, отдай! Ну что, я тебя официально могу поздравить. Дебют. Спасибо. Хорошая первая смена у тебя была. Чуть-чуть не хватило, вылазил здорово. И Аркаши пас отдал, да? Я думал, ты бросать будешь сам. Он большой, все закрыто. А хотя бы в голову. Там, глядишь, что не залетело. Мы потом в устыкаться побежали нормально. А что делать? Димаш, я думал, от шокеров упал, короче, тогда, помнишь, на сменке? Да ладно, счет это херня. Да. Я думаю, запоминающийся момент в любом случае. Вот надо шанс использовать, забивать. Ну, согласен. Зато согласись, сегодня чая меньше. Я вообще не пил. Не пил сегодня? Ну вот, видишь, поэтому и вышел. Никит. Ну, во-первых, с дебютом. Спасибо. Пофиг на счет, как вообще тебе эмоции, ощущения? Да, эмоции хорошие от того, что получилось сыграть, плохие от того, что проиграли. А так, есть над чем работать мне еще, и только вперед прогрессировать еще надо. Ты такой же вратарь, как и большинство, которые говорят, что все шайбы – это вратарские? Или это не про тебя? Меня приучили к этому, значит, я такой же. Ну, как тебе вообще игра по движению, по скоростям? Быстро все ошибки наказывают. Но это не регулярка, да? Нет, конечно, нет. Тут любая ошибка дорого стоит. Как сегодня видели, все удаления почти реализовали, поэтому исход. Ну, удаление по делу или как бы все? Это уже тренер решать. Как тебе вообще помощь от защитников наших сегодня? Мне помогали, когда Йони экстра поменял, долго не давали вообще в зону ходить. Спасибо, но немножко, наверное, где-то лучше было мне парочку отбить, чтобы я поувереннее был. А видите, сразу меньшинство, и так получилось, что хорошо попал, закрывали. Довольно много было таких вот форс-мажорных обстоятельств, когда ты именно появлялся просто там? В карьере? Да, что именно вот так, допустим, у партнера твоего какой-то форс-мажор, и ты выходишь. Тоже не вспомнил, может, наверное, раз один-два было. Ну, это значит, я думаю, случайности не случайно. Ну, скорее всего, просто надо было ее не отдохнуть уже, поэтому мы тренера поставили меня. Какой настрой на следующую игру? Ну, какой может быть плов настрой только на победу? Ну, вообще, против такого металлурга можно играть? Конечно, можно. Просто наладить дисциплину, и все у нас получится. Хорошая команда. Мы тоже умеем реализовывать свои моменты. Как видели, в первой игре у нас было 15 бросков. Скажем так, это одна ошибка, которую, ну, больше не повторять. Да, ну, ошибка, которая, грубо говоря, сломала сегодняшний матч, это удаление. Отлично. Ну, еще раз с дебютом. Ну что, говорить словами, наверное, классика нет никакого смысла, что это всего лишь бой проигран, да, не война. Ну, в общем, посмотрим. Возвращаемся домой, это очень хорошо. Во-первых, мы возвращаемся при счете 1-1, да, мы взяли игру на чужом поле, так что это класс. Теперь нужно дома доказывать, что родные стены – это наше все. А тем более, я надеюсь и верю в то, что поддержка будет сумасшедшей. 100% заполняемость, не забывайте, можно уже сейчас приобретать билеты на официальном сайте Барыса. Поэтому и синие, и зеленые статусы в Ашике, в общем, все допускаются. Приходите, давайте все вместе поддержим Барыс. Будем показывать свою игру, чтобы на нас смотрели и соперник, и судьи, и вся лига. Так что давайте, погнали до дому, и там все разберем. Переживем с этой мыслью, забудем и будем готовиться к следующей игре. Ауга, Барыс, погнали! Что-то мне слышно. Как тебе дебют сегодняшний? Во-первых, тебя поздравляю. Спасибо. Ну, нормально, что? Холодно было, холодно вышли. Ватные ноги, наверное. Ну, потом разбегались в первую свинку, вторую. Ну, вторую мы там так, неважно сыграли.
Вы в первый сразу побежали втыкаться сразу даже. Да, задание тренера. Там Паша Акользин мне спину бил. Я что-то отъехал. Стар, помочь. Как тебе похвала старого? Гос. Так, Роман Старченко выходит и говорит: молодчик, что еще надо? Очень.